Здравствуйте, друзья! У нас тут в Санта-Крус на даче гости. Гости интересные во многих отношениях. Но вот надо сказать, что тут для упрощения ситуации оба они Алексей. Вот тот, что от вас справа у нас недавно выступал, да? И до этого тоже у нас бывал на канале. Этот Алексей, он приехал по студенческой визе и начал сразу работать и учиться, и уже сколько-то лет это продолжается, не знаю, три года? Три с половиной года. Он учится, работает, в общем, ждет свою грин-карту, когда ему сделает работодатель. Второй Алексей с первым Алексеем познакомились на работе, правильно я понимаю? Да. Это было в Экспедии. Да, была такая компания. Было в Экспедии. Но второй Алексей у нас учился на тестировщика, и жена его училась. Вы учились лет сколько, пять? Семь лет назад. Два слова скажите, что с вами случилось за эти семь лет? Сколько мест работы, вот до чего вы там как-то доработались? Да, мы приехали в... 1 августа 2011 года. Так. Вот, я сразу пошел к вам в школу, учился 2-3 месяца, потом пошел на интершип, поработал 6 месяцев на интершипе, там начал делать автоматизацию. Но это уже как бы работа была, интершип, да? Это 6 месяцев. Это было, да, работа. То есть они взяли на интершип, потом они просто по чуть-чуть его продлевали. Угу. Вот. Работал там 6 месяцев, потом у меня жена работала, у нее там временная работа такая была, по ночам она работала на российскую компанию. Угу. Вот, и там тестировала? Она не тестировала, якобы тестировала, но на выходе это был customer support. Угу. Вот, потом ее уволили оттуда, я нашел новую работу в этот момент, то есть ее увольнение как бы помогло мне искать новую работу. Потому что мобилизоваться. Да, да. Я уже как автоматчик нашел следующую свою работу. Угу. Она пошла к нам в школу учиться. Так. Вот. В следующей конторе я поработал 6 месяцев и потом попал в Экспедию. Вот. В Экспедию уже попал как тест автомейшн инженер. Если вот не секрет, то порядок вот. Я понимаю, что это было уже там 5 лет назад, 6 лет назад, но вот какой порядок заработков был в то время? Ну, интершип не показатель, это было $20 в час, это считался хороший интершип, но это вообще не показатель. Но это не работа, да? Это не работа, это просто, там, неважно, там 10-15, главное, что ты учишься. На работу, когда я вышел, я получал 70 тысяч. Это постоянная была? Это была постоянная работа, фулл-тайм с бенефитами, но у меня был опыт 3 месяца в автоматизации, и я просто первую работу... Это было первое интервью, мне дали офер, я туда пошел. Так. Вот, поработал там 6 месяцев, потом пошел в Экспедию, и в Экспедии я получил, чтобы вспомнить, 106 тысяч, если не ошибаюсь. Так. И... сайн-ап-бонус какой-то небольшой. То есть, грубо говоря, с опытом год, из которых полгода это просто практика в компании, значит, уже там 100 тысяч плюс сайнинг-бонус, друзья, это когда ты соглашаешься куда-то идти. Обычно это для больших начальников, но в наше время и программистам тоже дают, технарям дают, как бы разовый такой платеж. Да. А могут его разбить на несколько лет. Могут сказать тебе сайнинг-бонус там на 2 года, там 30 тысяч, но вот надо год отработал там. 15 тысяч, там еще год, там 15 тысяч. То есть бывает такое тоже. Хорошо, значит, а вы все это время работали в автоматизации, вот уже 6 лет фактически там. Вот, продолжая про Экспедию. То есть в Экспедии мне очень повезло с менеджером, с моим. Да. И мы постоянно там изучали новые технологии, и мы делали мобильную, я в Экспедии как мобильный инженер работаю, то есть мы делали мобильную автоматизацию, изучали Appium, начали делать, а потом перешли на нативные фреймворки, то есть родные фреймворки от, я на iOS платформе для айфонов. Вот, и мы начали изучать, KIF есть такой фреймворк, и Exitest. И изучая это, я начал писать уже на Objective-C и на Swift, то есть на тех языках, на которых программируют. В Apple, как бы. Ну, да, то есть на чем iOS пишется. Вот, и 3 года назад мне там дали возможность переквалифицироваться, то есть перейти в development, то есть стать девелопером. И вот последние там 2,5... Я не помню точно, 3-2,5 года я работаю как программист. А, то есть вы уже и не тестер? Нет. А что с вашей супругой? Она очень симпатичная. Я хочу сказать, такой замечательная такая девочка, и я просто
как я за вас рад, можно сказать. Я не знаю, может, она, конечно, за это время начала права качать какие-то, но... Ну, ей тоже, можно сказать, повезло немного. Да, она работала на своей, вот на этой первой работе. Ее уволили, причем так быстро уволили. Это везуха, конечно. Сейчас, смотря назад, это везет, потому что ее уволили, она пошла в школу, отучилась, она пошла на интершип, с интершипа компания закрылась, она пошла в следующую компанию. Я не помню, там то ли компания закрылась, то ли она сама ушла. Я вот, у нее было, у нее 4 компании, по-моему, было, или 5, я уже не помню точно. Так. Вот, и сейчас она села, то есть она работает последних 2 года, Ринг-центр компании прямо рядом с домом. Мы с нашим... знаем, это русская компания. Да, ну да. Она, да. Она очень-очень давно здесь, очень-очень давно. IP-телефония. Когда мы школу начинали, они уже были, 20 лет назад, 24 года назад, они уже были в этом. Угу. Ну, ну да. И очень хорошая компания. Вот. И она, то есть с manual стала автоматчиком, а сейчас перешла в product manager. Ну, то есть, можно сказать, что вы не, оба вы не можете пожаловаться, что вам там ручку не позолотили там, в этой стране. Хорошо, ладно. Так давайте вот что. Пару слов о вашей педагогической деятельности. Потому что, значит, ребята преподавали автоматизированное тестирование. Может, еще что-то, я не в курсе. Я про автоматизированное тестирование слышал и слышал, что очень хорошие отзывы были. Вот, вот эта вся ваша команда во главе с Игорем, я фамилии его не знаю. Даровский. Даровский. Вот я, давайте мы как бы скажем спасибо, потому что очень много людей, которые дискредитируют нас всех вот тем, что они делают. А вот в данном случае команда была мощная, очень с хорошей репутацией, и я ни одного плохого слова не слышал, а только хороший, в отличие от всех остальных, кто еще существует. Поэтому, значит, сколько лет вы там преподавали? Я преподавал около, наверное, 2 лет. А что именно вели? Мы много чего делали. Мы начинали с Selenium WebDriver, Appium, Jenkins показывали, GitHub показывали, GitHub. Да. Вот. И на этом я закончил. Алексей, еще ты что преподавал? Ну, я тоже занимался веб-автоматизацией. Да. И в принципе все, мы не затрагивали мобилу. Да, Appium. Appium еще. Но вы сейчас как бы программист или вы Software Development Engineer and Test? Вы сейчас... тесте, да, я в тесте. Но вы как бы программируете или автоматизируете, или что делаете? Автоматизация на Espresso. Хорошо. Значит, теперь такая история. Значит, у нас вот тот Алексей, что справа, ведет сейчас онлайн-класс, да. У нас... Мы вообще боялись делать онлайн-классы с автоматизацией, с программированием, потому что вот этот... Вот эта стрёмная ситуация, когда педагог не видит, что у тебя на компьютере, он не может тебе сказать, вот тут буковку пропустил, или здесь вот точечку переставь, там, или еще что-то. Вот эта отладка, дебагинг, это так сложно. У меня внутреннее такое было против этого дела настроение нехорошее. Но есть люди, которые это успешно делают, я знаю. Вот, допустим, у нас преподает иногда там, Марина Лейтман, она известна тем, что хорошо это делает. И вот вы сейчас ведете группу. В основном там наши ребята, которые из онлайн-класса, но им не хватает автоматизации. При том, что у нас есть записи, которые мы делаем в офисе у нас, да, когда классы идут. У нас там есть и Selenium, и с Python, и с Java, и там, и с чем угодно. Но это не то же самое, когда у тебя есть педагог, который с тобой работает. Там небольшие группы, у вас человек, одна, по-моему, человек 20, другая почти 20. Ну, да, по 20 человек. По 20 человек группы, так. Но нормально это... Нет ощущения, что вот чего-то им хочется еще дать и не получается? Ну, вообще, здесь получилось так, что они в основном все из вашей уже школы, они уже какие-то знания имеют. Естественно, именно да, в тестировании? Да, в тестировании. Угу. Естественно, что преподавая онлайн, да, вы правильно сказали, нет возможности как-то помочь более... На кнопки понажимать. На кнопки понажимать. Слушайте, вот. А вот установка всякого, вот, ну просто вот создание вот этой среды, в которой надо работать, это проблемная штука? Вот просто установить, что вы там устанавливаете, я не знаю. Ну, она не должна быть проблемной, но в основном именно на этом моменте возникают какие-то сложности, приходится помогать где-то как-то подсказывать. А вот говорят, что есть существенная разница в установке между, там, скажем, Windows и Mac, что на Windows более гладко идет, а на Mac там у людей проблем много каких-то или наоборот? Я...
я скажу, то есть все очень зависит, что автоматизируется. Если это автоматизируется веб, веб-браузер, установка намного проще. Если это автоматизируется, допустим, Android, установка довольно-таки сложная. То есть, потому что там надо много вещей доустанавливать дополнительных, чтобы это все заработало. Что, когда вот вы интервью проводите, например, да, и человек говорит, я вот там на Android автоматизирую, вы сходу поймете, что он этого не делал по вопросам об установке, например. То есть насколько пройти установку существенно для того, чтобы сказать, я могу, я готов, я вот сейчас пойду и буду работать. Наверное, так нельзя было сказать, что если он, наверное, все равно, скорее всего, мы говорим о тех людях, которые автоматизацией вообще не занимались, да. Они сейчас стали что-то устанавливать, у них возникли какие-то проблемы, но это не будет таким прям критерием, я понял. Это прям что-то такое сложное. То есть не то, что видео посмотрел, и там вот, и этого не видно, что он руками не делал. Иногда бывает, просто люди пишут в компаниях скрипты, которые запускаются, и они сами очень много чего делают, и человек, у него получается готовый environment для работы. То есть скрипты, которые создают этот environment? Да, то есть человек может не знать, что установилось, но он может очень хорошо автоматизировать при этом. То есть, я понял. Не показать. Хорошо, значит, это мы пошли в автоматизацию, в онлайн, и я считаю, что это некоторое достижение, потому что раньше мы этого не делали. Теперь. Следующий шаг. У нас есть еще вечерний такой буткамп. Ну, я не знаю, насколько он буткамп, то есть он не такой быстрый, знаете, как с погружением. Но, тем не менее, довольно-таки хендзон, то есть там все это ручками делается. Я отсидел все занятия сам. Я, правда, на камере стоял, но первые 6 я участвовал очень сильно. То есть я могу сказать, что действительно там неплохо получалось, потому что, стоя сзади с камерой, я видел, что у людей на мониторах. И я могу сказать, что они практически не натыкались на проблемы при компиляции, при запуске там и так далее. То есть очень аккуратненько так шли, не спеша. Но это вечером, и это тоже задумано было в основном для тех, кто работает в индустрии. Это уже не важно, наши выпускники, не наши, но для работающих людей, чтобы они вечером могли прийти и позаниматься. И там, надо сказать, довольно удачно получилось, потому что там было всего 10 человек, кроме наших сотрудников, там было всего 10 человек, из которых там 6 уже работают в автоматизации. То есть это довольно здорово. Но сейчас мы хотим сделать другое такое, ну, я не знаю, я немножко переживаю по поводу того, как это пойдет, но это будет такой буткамп, который только по субботам, и это будет 8 часов за раз. Потому что обычно наши занятия дневные 5 часов, вечерние 4, когда уже там день отработал, а здесь как бы выходной, но сразу 8 часов, и все это такое, ну, как бы, ну, это буткамп, это ручками, да? Это же там. В профтехучилищах, я поскольку работал в системе профтехобразования, я хочу сказать, там, когда они в цех идут, там к станку, можно сказать, то там есть такое понятие инструктаж. Инструктаж. Вот они пришли, и целый день тоже, вот все эти 8 часов они там, значит, у станка пришли, инструктаж, преподаватель на доске там мелом что-нибудь нарисовал, они все послушали, 15 минут. И пошли по станкам, и дальше там каждый какую-то свою железку вытачивает. Потом перерыв на обед, они, значит, собрались, а мастер ходит там между ними, смотрит, там подсказывает. Потом они после обеда снова собрались, он опять 15 минут инструктаж, и дальше там еще 4 часа стоят у станка и вытачивают дальше эту железку. Или, может быть, другую. И вот я это называю буткампом. То есть для меня буткамп – это вот оно, такое практическое, с лабораторкой, где не так много теории, у них отдельно теоретические занятия в ПТУ. Но когда ты уже пришел в цех, где станки стоят, там они отсылают тебя к той теории, а в основном так пару слов сказали, чтобы ты понял, и давай руками. И, значит, а как вы будете вести, кто будет вести? Вот я знаю, что, да, ребята привыкли работать как бы в тандеме, то есть как бы у них взаимозаменяемость высокая, что на самом деле очень важно в нашем деле. Но вот с точки зрения, кто ведет? Или вы сразу двое будете, или вообще как это пойдет? Мы, наверное, распределим темы между друг другом. Основная идея – это то, что преподаватель будет что-то объяснять или показывать на доске. Да. И второй преподаватель, он ходит между рядами и помогает людям, если у них какие-то проблемы. Так. И впоследствии это может все, соответственно, меняться. То есть у нас конкретных тем пока что нету, кто что будет преподавать. То есть взаимозаменяемые. На урок вы пришли вдвоем? Да. Понял. Да. То есть, значит, в группе 2 человека. Группы небольшие, то есть мы считаем, что такие штуки должны быть, ну, человек 20, мы больше мы не хотим. Не имеет смысла. Да, потому что тогда идея буткампа теряется, не дойдешь до них.
Хорошо. Значит, теперь, с вашей точки зрения, что человек может реально подхватить, занимаясь 5 раз по 8 часов? Вот эти 40 часов, с чем он выйдет? Он сможет, например, пойти искать работу и реально ее выполнять? Или даже так, сможет ли он пойти искать работу и пройти интервью успешно? Для начала. Я пару минут скажу. Я один из моих уроков начал как раз с рассмотрения вакансий на Бэйри. Да. И мы нашли несколько таких, где требования те, которые мы как раз преподадим в этом буткемпе. То есть, в принципе, мы берем все те технологии, которые именно сейчас нужны. Зависит, конечно, от территории, то есть в других каких-то штатах, может быть, или в других странах немножко будут варьироваться. Я думаю, это локальные. Да, здесь люди будут только локальные, поэтому те требования, которые вот в данный момент самые актуальные, мы их и преподадим. Ну хорошо, человек, который, скажем так, успешно прошел вашу программу, то есть он, допустим, это такой идеальный студент, он, скажем, год, может быть, там полтора-два где-то проработал и понимает, что нужно двигаться в автоматизацию, вот он пришел, и сколько он, на какую сумму он может претендовать сразу после класса? Вот, допустим, он идет на рынок. Я не спрашиваю в том смысле, сколько он может зашибить, а я спрашиваю в том смысле, в какой нише рынка он участвует, как бы в конкуренции. Вот где он? Денежно он где? В денежном эквиваленте. Да, в денежном эквиваленте. Ну, наверное, мы говорим о каких-то суммах больше 100 тысяч, это 100%. Я думаю, что вы намного больше знаете. Но я же рейдж. Хочу понять, чему вы их научите, чтобы он, насколько он может идти. Например, если он фреймворки пишет, он может сразу там 130 просить, да? Да. Вот, вы же не будете фреймворки писать с ними? Я могу сказать, то есть по окончании курса, то есть что мы делаем, мы пишем, у них будет образец фреймворка, который идет, я так называю, production level, то есть это то, что в компаниях на самом деле используется. Плюс мы вот к этому фреймворку мы показываем необходимые вещи, которые делает, должен знать каждый автоматизатор и, соответственно, каждый программист, это как код отправить на GitHub, пушнуть, то есть вот необходимые такие знания. И базу Continuous Integration, то, что называется, Jenkins, есть такой тул. Вот. Отвечая на вопрос, на что человек может претендовать, прослушав 40 часов лекции, то есть он может претендовать на работу, но очень зависит, как он занимается. Если он полностью усвоил вот то, что мы преподали, он может пойти в компанию, и на сеньора, конечно, наверное, тяжело ему будет пройти, но на mid-level, то есть обычный, то есть test automation engineer, он должен пройти. Но mid-level это уже за 100 тысяч. Теперь по деньгам, да, это где-то, я не знаю, какие сейчас зарплаты у автоматчиков, потому что рынок, я слышу, от 100 и там и 200 бывает. Да. Вот, но я думаю, 120 тысяч это реально. То есть это не то, что там очень повезло, это вполне реально, если человек занимается, он хочет это, то есть он пришел. Но ему, то есть ему не скажут, а где у тебя там 3 года реального экспириенса, какие проекты ты там. С другой стороны, если бы у него было 3 года экспириенса, может быть, он бы уже и 150, и 170 тысяч хотел. На самом деле, то есть так. Ну, тут интересный вопрос, что в резюме у него должно быть 3 года экспириенса. Ну, грубо говоря, так, он должен свой опыт, который у него ручного тестирования, он должен разбавить чем-то из того, что он учил, то есть там нужно подкрасть, иначе его просто не позовут. Да. То есть одно дело, ты чего-то такое, ну, как бы макияж такой сделал, чтобы на тебя внимание обратили, а другое дело, когда макияж уже смытый, и ты на интервью находишься, вот, то ты должен соответствовать, как бы даже без макияжа. В большинстве случаев, да, на такие позиции будет иногда даже трудно дойти до интервью, потому что это будут требовать знания алгоритмов, знания кодирования. А вот алгоритмы, вот все-таки я хочу понять, я понимаю, что для серьезных фундаментальных вещей, как бы алгоритмы это важно, это как бы часть такой фундаментальной подготовки человека, который пишет код. Но с точки зрения вот там автоматизатора, который там за свои там 110-120 тысяч там что-то автоматизирует, он тоже должен знать алгоритмы для чего-то? Или просто его на интервью хотят погонять? Ну, к сожалению, индустрия так, да, сделана, что отбор кандидатов происходит по знанию алгоритмов, которые впоследствии в работе могут быть не так нужны. Вы знаете, я вам скажу, когда я первый раз пошел искать работу к тестерам, на первую меня товарищ привел. А дальше уже, ну, там месяцев 9 я там проработал и пошел на рынок. И смотрю, все хотят C++, знаете? Это был 93-й год, там весна 93-го, все хотят C++.
А до этого C был модный, а тут C++, ты что там, просто C ты уже не катишь, на C++. Я пошел курсы взял, ну, я еще когда работал, пошел, взял курсы, да, думаю, ну раз так надо, знаешь, так уже, ну что, ну, вот у меня там в резюме там было C++. Меня не спросили ни разу, ни одного вопроса не задали, ну, то есть вообще ничего. Я делал там ручное тестирование, я делал потом автоматизированное, никто никогда ничего не спросил по поводу этого C++. Вот эти алгоритмы, но все-таки алгоритмы спрашивают. Или начиная с какого-то зарплаты спрашивают. То, что я вижу, я отвечу. То, что я вижу сейчас в Силиконовой долине у нас. Вот до того, как я перешел в девелопмент, я решил поменять работу, чтобы поднять зарплату. Да. Вот, и я пошел по интервью, и на каждом интервью, то есть я шел уже на сеньор там уровень, на каждом интервью меня спрашивали алгоритмы. Ну, пример, берите пару, чего там, массив пересортировать или что? Нет, например, не знаю, есть binary tree, да. Сделать depth search и breadth search, то есть вот написать. Я понял, алгоритм. Это уже посерьезнее, да? Это серьезнее. Да. Или есть linked list, найти, например, где он зациклен, на каком моменте он начинается у него цикл. То есть, ну, что он смотрит, да, сам себя. Да. То есть серьезные вопросы. Или бывает задача очень простая, то есть, ну, звучит. Я не буду озвучивать, но да. Я говорю, то есть бывает задача очень простая, ее можно решить, как-то решить. Но надо сейчас на интервью спрашивать самое эффективное и самое быстрое решение. То есть просто решение уже не подходит. Надо самое быстрое, самое эффективное рассказать, сколько это будет complexity, сколько оно будет памяти занимать и как быстро оно будет работать. А вот правильно ли я сделаю предположение, если скажу, что наверняка есть какая-нибудь книжка там за $3, ну и даже за $30, где все эти вопросы, или, скажем, львиная доля, изложены с ответами, со всеми делами? Очень известная книжка, она есть на Амазоне, Cracking the Coding Interview. Еще раз? Cracking the Coding Interview. Так это старая книжка? Или они ее апдейтили? Это девушка написала, Макдауэлл, она ее, есть разные, как это называется? Версии. Эдишены, вот. Да. Издание. Я просто видел серьезных программистов, которые по этой книжке готовились к интервью. Серьезно. Жан говорит, я код пишу, я не помню этого ничего. Вот, а на интервью спрашивают, я такое видел. И что я заметил еще, сейчас, то есть очень горячий рынок, каждая компания, вот все компании нанимают, крупные компании, Facebook, Google, Netflix, Airbnb, Uber, у них всегда есть позиции. Uh-huh. Но это не значит, что у них есть... позиции для всех. Urgency, то есть... Что они не спешат? Они не спешат, поэтому они постоянно интервьюируют, и они ищут человека, который и будет разбираться и в программировании, и алгоритмы, которые будут на раз-два отвечать. Но вопросы, которые они задают, в принципе, где-то там есть, там на Glassdoor, например, да? Все вопросы, вот я ходил и в Facebook, и в Google, и в Uber, да. И Airbnb скоро, но. Все вопросы одни и те же. Вот если пройти одно, то есть если подготовиться для одного интервью, это значит, да. Что человека возьмут везде. Ну, условно, там 90%, но идея. А вы видели у меня вот месяц назад там Илья был. Видели. Молодой человек. А вы знакомы с ним, нет? Нет. Нет. Ну вот Илья. И он говорит, что есть там пяток компаний, вот вы их перечислили. Может быть, вы там еще пару назвали, где платят какие-то чудовищные деньги, и что каждый человек, кто хочет, может. То есть не все так платят, но если ты хочешь много денег, а вот я, говорит, лично хочу какой-то, то ты можешь сюда пойти, ты знаешь все, что тебя спросят, и ты можешь пойти и получить эти деньги. И там какой-нибудь автоматизатор получает там и 250, и может быть даже там и 300, к 300. Значит, ну вот, а вам не хотелось вот так? Как-нибудь вот так? Вот или так? Когда вы его слушали? Вы что себе думали? Если конкретно я, то да. Я и пытаюсь, но пока что. То есть я вот ходил, то есть те компании, которые я назвал, там 3-4, я ходил на интервью, я не могу пока что пройти там интервью. А почему? Вы же знаете вопросы, можете подготовиться. Алгоритмы для меня довольно-таки сложные. А базовое образование какое у вас? Я программист по образованию. Но я не работал. То есть в Беларуси я не работал программистом. Понял. А вы тоже программист? Да. То есть такие автоматизирующие программисты. Автоматизирующие. Здесь я про интервью еще хотел сказать. Да, это то, что Лера сказал, это очень такая... Лера? Илья. 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 Ага. Очень... А, Илья рассказал. Илья рассказал. Да. Рассказал интересную историю. Она мотивирует. Опять же, мы на своем курсе будем преподавать эти алгоритмы, которые
впоследствии могут помочь. То есть вопросы на интервью? Вопросы на интервью. Я смотрел план там вашего разговора, у вас в пятый день, у вас там полдня на это, да, или даже больше? Я думаю, что в идеале будет начинать каждый урок с такой разминки сначала, да. И потом мы будем продолжать по уже курсу автоматизации. Хорошо, то есть, чтобы не за раз все вопросы, а так, чтобы потихонечку. Потихоньку, так. Да. Это хорошо. Ну что же, ладно, я тогда беру на себя повышенное обязательство, значит, обрезюмить тех, кто будет учиться, и, ну, грубо говоря, обновить резюме с точки зрения гладкого туда попадания вот всей этой автоматизации. И у нас план был такой, чтобы 15 сентября уже начать. Вот так что мы сейчас, вот сейчас у нас суббота, мы отдыхаем, а с понедельника мы начнем собирать народ. И в общем-то, значит, это 40 часов, это 8 суббот, 8 начиная суббот. С субботы 15. 5 суббот по 8 часов. Тьфу ты, е-мое. 5 суббот, заговариваюсь уже. Значит, 5 суббот по 8 часов. Цена, это обычная цена нашего курса, это 40-часового, это там $1100. И, в общем, посмотрим, что получится. Я надеюсь, что все будет хорошо. Потому что я помню, у нас была дискуссия, не слишком ли много 8 часов за раз. Но меня в этом плане всегда вдохновляет очень уважаемый мной буткамп Hack Reactor, где они занимаются 11 часов в день. Они занимаются 6 дней в неделю, с понедельника по субботу, по 11 часов в день. 3 месяца. Люди, которые не работают, они не могут, ну, то есть, те люди, которые будут у нас в классе, они, скорее всего, уже где-то работают. Да. Hack Reactor — это все-таки для тех, кто вообще не может никакую работу найти, либо конкретно ее бросил, да. И сказал себе, все, я все бросаю, сейчас ухожу в автоматизацию, либо в... Ну, это правда, да. Наши еще всю неделю отработали. Вот здесь, да, здесь проблема, то, что я сейчас вижу в онлайн-классе, люди все-таки бывают заняты на своей основной работе, конечно, и могут, конечно, посвятить недостаточно времени. У меня это то же самое, вот я когда учу класс, там много народу, вот, допустим, типичная ситуация, вот сейчас у меня класс, 120 человек в классе, и 120 человек в классе, там надо было сделать квиз, тест между там, 5-м и 6-м уроком. Я прихожу на 6-й урок, тырк туда, а там 50 человек сделали квиз. И мне там один говорит, а что вы повторяете-то одно и то же там несколько раз? Я говорю, так а что же делать, если они домашние задания не делали? Uh-huh. Если бы они делали домашние задания, мы могли бы дальше убежать. А так, ну а что, я же не могу 50 человек взять, а 70 бросить. Поэтому, конечно, это проблема онлайн-класса, то есть собраться и сфокусироваться. На онлайн-классе, конечно, сложнее это все делать. Я думаю, что вот этот буткемп, он приятнее в том плане, что ты туда пришел, знаешь, что у тебя впереди 8 часов, ты всю субботу ей посвятил. Преподаватель здесь рядом всегда может... Мы знаете, вопрос. Что еще можем сделать? Мы можем поставить камеру, так, и в укромном месте записи держать для тех, кто в классе. Угу. Так мы их шерить не будем ни с кем. А то, что в классе, значит, мы пошерим. И... В смысле, внутри класса, чтобы они могли, если пропустил, если хочет послушать, повторить там и так далее. И у меня вообще есть такая манера, я первый урок обычно там где-то вывешиваю. Ну, 8 часов мы не будем, может быть, там час. И тот класс, который вы онлайн вели первое занятие, там 2 часа, по-моему, там 8 занятий по 2 часа. И я первый час вывесил, и там худо-бедно, там хорошо за 1000 просмотров. И очень симпатично, там немного комментариев, но очень хорошие. Поэтому я думаю, что когда человек решение какое-то принимает, он смотрит и говорит, да, это вот как-то мне нравится, там, а это как-то, может, мне не очень нравится и так далее. Поэтому в этом есть сермяк свой, да. Еще каждое занятие, которое у нас будет, мы обычно код выкладываем на GitHub, допустим. То есть человеку не обязательно смотреть, он может, конечно, посмотреть 8 часов видео, если он где-то что-то пропустил, но он также может и код скачать рабочий и тренироваться на нем. Это закрытая часть GitHub или это открытая? Это может быть, мы можем сделать закрытую, можем открытую. Ну хорошо, просто закрытый там как бы платный аккаунт там. Bitbucket бесплатный, 5 репозиторий бесплатно. Отлично, отлично. Ну хорошо, ребят, у нас там Светлана, там посуда позвякивает, наши зрители не видят, но слышат. Там у нас что-то готовится. Пойдем посмотрим, что у нас там готовится. Буквально, говоря по-английски, можно сказать, what's cooking? Да? Значит, пошли смотреть. Спасибо.